И всем привет! Сегодня мы на канале Артемик. И сегодня мы с вами будем говорить историю. И сегодня я вам покажу схему московского метро. Погнали! Так, вот у нас с вами Сокольническая линия. Там мы сегодня ехали от станции Сокольников. Да, от станции бульвара Косовского. Так, Сокольническая линия. Составляющая открытие 15 мая 1935 года. Переходы у меня все есть. И на Замоскворецкую тоже. Ну, на Замоскворецкую, как сказать, на Зябликово имеет переход. Это имеет пригородный переход на Красногвардейскую. Ну да, пригородный. Очень пригородный. Вернусь, ничего ж такое. Вернусь, когда кота впущу. Ну все, я кота впустил. И теперь так. Так, Арбатско-Покровская линия. Вот такая вот линия. Она проходит такая вот красивая перелетная линия. Филёвская линия, маленькая линия, кольцевая линия, ну вот такая вот. Она проходит по центру города. БКЛ, новое кольцо. Тут у нас раньше была Каховская линия, но сейчас у нас нет. Это МЦК проходит. Ох, как упасилась я бы. Ну да, дальше. Калужско-Рижская линия. Она большая линия, тоже такая же. Таганско-Краснопресненская линия. Гигантская она тоже. Калининская линия. И Солнцевская. Она желтого цвета. Скоро здесь будет в будущем станция метро Плющиха, Волхонка или Кутузовский проспект. Можно назвать станцию Дорогомилова или Кутузовский проспект. На этой станции будет иметь в перспективе переход на станцию Российской кольцевой линии. Но это был отказ. На этой станции изображается только на станции Марксистская. Так, все, я почти схему вам показал. Теперь у нас с вами схема. Это Серпуховско-Тимирязевская линия. Это первая линия, которая вышла за пределы МКАД. И раньше она считалась самой большой линией. Самой много станций. Так, Люблинско-Дмитровская линия. Но она маленькая такая вот. Но даже так не сказать. Бутовская линия. Но она вот такая вот бирюзовая. Эта линия считается самой маленькой в московском метрополитене. Эта линия считается все станции. Монорельс у меня нету. МЦК. Вот такое у нас и кольцо и выглядит. Некрасовская линия. Но она розового цвета. И скоро так у нас тут БКЛ немного протекает. Ну да, БКЛ тут у нас же есть. Так, дальше. МЦД номер один. Он желтого цвета. Его нелегко увидеть. МЦД 2 тоже такая же. А на МЦД с МЦК имеет только две станции. Стрешневая и Новохохловская. НМЦД-1, окружная и Тестовская. Потому что так сказать. Так, и сегодня я с вами показал схему московского метро. И всем до свидочки, до свидания, пока, до свидочки, до свидания, пока, до коцочки, до свидания, до свиточки, пиковай, до свидочки, до свидания, пока, до свидочки.